Полное описание и точно дата выхода 7 и 8 серии нового сериала «Бессонов». 7 и 8 серии сериала выйдут на НТВ 19 января. В новых сериях мы увидим, как во время спиритического сеанса в салоне мадам Олкотт гибнет известная актриса. Бессонов и Щукин уверены, что это спланированное убийство, но им не дают вести расследование. Ниточку ведут к родственнику царствующего дома. Князь-отшельник Радзивилл синтезирует искусственное золото из свинца при помощи алхимии. Правительство в панике. Бессонову поручают разоблачить мошенничество алхимика. Совершено покушение на саму мадам Олкотт. Бессонов понимает, что преступники заметают следы, и поручает Щукину спрятать свидетельницу. Бессонов приходит к выводу, что убийство в салоне мадам Олкотт и шум вокруг искусственного золота связаны. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на НТВ 19 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.